Всем привет! А вы знали, что нельзя делать с такими часами? Вот модель. Никогда их не оставили, например, на крае дивана. Иначе они упадут и разобьются. Еще никогда не оставляйте их, например, около стола или на краю стола. Иначе они разобьются. Вот так их оставлять нельзя, иначе они разобьются. Самое опасное то, когда падают с велика час. Например, они упали спереди, их поменяли два колеса, и получается такая. Или если них упало сзади, то когда вы едете второй круг, у вас помятся два раза. А так, для один. Ну все, всем пока-пока.